Трамвайный парк Ульяновска много лет ждал обновления. Старые вагоны, к которым не найти нужных запчастей, давно изжили себя. Проблему решили после того, как губернатор Сергей Морозов обратился к мэру Москвы за помощью. Теперь до конца этого года на ульяновские рельсы должны встать 30 обновленных вагонов. Произведенные на Усть-Катавском заводе имени Кирова трамваи должны заменить ветхие и шумные чешские вагоны модели «Татра Т3». Действительно, для предприятия МОП «Ульяновск Транс» это большой праздник. Нам поступили два пока из 30 вагонов. Значит, нам их подарила Москва, правительство города Москвы. Мы очень рады. Значит, такие модели подвижного состава на нашем предприятии уже есть, 19 штук. Я думаю, что мы обновим парк, существенно трамвайный парк нашего предприятия. Михаил Лобин больше 10 лет работает слесарем вагонного отделения. Специалист отмечает, чтобы хоть как-то продлить срок службы старых чешских «Татров», запчасти для них приходилось делать самим. Поэтому московские трамваи пришлись очень кстати. Ну что тут, в принципе, лакокрасочное покрытие в порядок привести. И так бегло посмотреть. Ну, все равно, как бы сказать, вагоны не наши, надо убедиться в их неисправности. Несмотря на то, что вагоны уже были в эксплуатации, следы износа минимальны. У этих трамваев есть очень много плюсов. По комфорту они во многом превосходят своих чешских братьев. Главное преимущество новых вагонов для пассажиров – это теплый салон, мягкие сиденья и шумоизоляция. А для водителя – это легкость управления и надежность тормозной системы. Специалисты пророчат этим вагонам срок службы не менее 20 лет. Теперь пассажирам будет уютнее и теплее, а жителям домов, стоящих рядом с трамвайными путями, меньше шума и грохота старых вагонов. Виктория Шикова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.